Аврония прошла, бах-бах, по печени дала. По печени дала, печень, как мы говорим, если печень не в порядке, то на коже, да, всякие высыпания, все, и все. И выделения идут на кожу. Вот и псориаз. Вот эти вот и псориазы, и нейродермиты, и экземы, это застоявшаяся лимфатическая система, это оказывается. Затем следующее, это идет кишечник. Через кишечник выходят все наши яды, шлаки. И наша продукция еще обладает противопаразитарным действием. Вот этот первый результат, который был у нас в компании, я о нем всегда рассказываю. Это когда мы только в компанию пришли, мы пришли в феврале 2018 года, и в Ахтубе женщине дали наши бальзамы, она готовит, ну, сок, ой, говорит, сладкий сок. Да. И она выпила в столовую ложку того и того. Она не поверила, что надо пить по пол чайной ложки, она выпила целую столовую ложку. И вы знаете, ей стало плохо, потому что организм зашлакован, может быть, она воду не пила. И у нее начались приступы. Скорую вызвали, повезли ее в больницу, как наши врачи, если кишечник болит, надо делать клизму. Сделали, поставили ей клизму. Не выходит, вот именно там пробка стоит, не выходит. А эти сделали эту клизму, и там вышел целый клубок живых паразитов, червей. Да. Глистов, аскариды. Пробка. Целая пробка, она выпила. А? Я слышала. И они вышли живыми. Они не умерши, живыми вышли. Наш продукт обладает противопаразитарным. А потом еще был тоже результат у Саят Мурзе в команде, когда женщина пила эти бальзамы, и через две недели у нее стали выходить маленькие розовые, белые, черные черви. И она напугалась, она говорит, я вас в суд подам, что вы мне дали. И когда она пропивала, правильно ей дали информацию, она пропивала эти бальзамы, чистка прошла. У нее, оказывается, онкология была по-женски. Онкология – это паразиты в кишечнике. Особенно четвертая стадия – это уже паразиты. И она приехала к нам в Алматы сюда, мы с ней познакомились. Как вы себя чувствуете? Она говорит, хорошо себя чувствую, уже онкологии нету. Или есть, уже на улучшение, кажется, да, пошло. И она говорит, брекиус палатида, арасында. Представляете, брекиус. И вот таким шикарным эффектом обладают наши бальзамы. А потом дальше идет у нас это потовые железы. Сейчас вот вышли эти, как, дезодоранты, 6-часовые дидма, 12-часовые, 24, 48 часов. И 96 еще. Намажешь подмышки, и пот не выделяется. Это неправильно, это нельзя. Я вот Жанели своим дочкам говорю, нельзя этих дезодорантов. Лучше соду растворите в водичке и помажьте, не будет пахнуть, да? Они почему мажут? Чтобы пот не выделялся и чтобы не пахло там, да? А если это пахнет, это значит, это тоже паразиты. Это тоже, оказывается, паразиты. И куда они уходят? Поту некуда выделяться. Они же должны подмышками выделяться, да? А некуда. Они куда уходят? Они уходят в молочную железу. Молочная железа, а я что? Это мастопатия, да. Потом рак. Онкология, да. Рак молочной железы. И вот в таких вот плацдармов у нас именно для очищения очень-очень много. Ох, 40 минут уже. Говорю, касса. Но мы можем говорить много-много-много. Давайте я все-таки закончу свой журнал быстренько. Иммунолюкс наш продукт. Сертификат института Рамиса. Это германская лаборатория, которая именно исследует только натуральный продукт. Наш продукт, он натуральный, он природный, он не содержит консерванты, не содержит там какие-то эмульгаторы или что-то там, ГМО, совершенно не содержит, он природный и имеет свойство скисать. В летнее время наша продукция скисает, и наша компания меняет продукцию. Где такое видано? В какой компании это видано, если у вас продукт скис, компания меняет. Другие компании говорят, пожалуйста, вы неправильно хранили, надо было в холодильнике, в
вы неправильно хранили, мы вам не поменяем, наша компания меняет. И когда мы им сказали, давайте, чтобы не списала, добавляйте консерванты, сказали, что нет, не будем добавлять. И этот сертификат говорит о том, что в концентрате Power Spring в 100 мл содержится 6,4 мл коэнзима Q10 у бихинона. Зубная паста, шикарная зубная паста. Вы знаете, мы после каждого потребления еды, как только покушаем, не утром и вечером, а в течение дня покушали, если есть возможность, зубы почистили. Хочется зачистить. Потому что она оказывает лечебное воздействие. Сегодня я зубы почистила, потом раз, плюнула, промыла, потом второй раз прочистила и так... Горло себе прополоскала. Обладает лечебным воздействием. Наши партнеры умудрились уже пользоваться зубной пастой, использовать не только бальзамы, но и зубную пасту везде. И в уши капают, и в глаза капают, я имею в виду бальзамы. Даже и не разводят. И тампончики делают, вставляют во влагалище. И ожоги какие-то раз намазывают. Маски и на зубную, лицо. Маски на лицо. Зубную пасту тоже так же. Угу. Делают и тампоны. И маски. Есть даже у нас результат 90% ожога. И намазав нашу зубную пасту, ожог прошел. 90% поражения кожи было. Представляете? Ну и раньше мы тоже слышали. Я помню, когда мы ездили в Шенген, и когда обратно возвращались, на ребенка пролили кипяток, и быстро, что есть под рукой, намазали зубную пасту. Это было еще давно, уже лет 15 лет назад. Зубную пасту. И вот, оказывается, вот. Но у нас эта зубная паста, конечно же, с лечебными добавками, 189 растительных компонентов. Наши производственники, Максим Анатольевич Вучич, постоянно у нас в офис приезжают, проходят собрания, постоянно советуются, они между собой постоянно на связи. Наши спасают производство и Global Trend. Global Trend – это дистрибьюторская компания, которая занимается рекламой нашей продукции. Авторские права обязательно. Вот это вот. Паспорт безопасности, если будете отправлять в какую-то страну или в какой-то город, вы можете положить паспорт безопасности, декларацию, что это пищевой продукт, что это не лекарство. Паспорт безопасности об этом говорит. Вот это я очень люблю об этом говорить. Лидер отрасли. В 2019 году компания среди 733 400... Сколько там? 733 тысячи, сколько-то, ну, да. Партнеров, да, вошла в десятку лучших компаний, заняла первое место по налогообложению, в рейтинге, первое место заняла. Компания работает очень честно, компания платит налоги, вовремя платит. И мы, партнеры, тоже, которые зарабатываем, тоже платим все налоги. Это вот все наши. Вот за 2019 год компания заплатила 641 миллион. Заплатила. Вот это вот кровеносная система. Кровеносная система у каждого есть. Есть сосуды, какие у нас, артерии, есть вены, есть капилляры. И большее количество их у нас капилляров. 10% вен, 10% артерий, 80% капилляры. Эти капилляры во всех органах и на конечностях, и везде-везде, голова везде. Посмотрите, капилляры. И бальзамы наши, когда применяют, когда пьешь воду и пьешь бальзамы, улучшают капиллярную систему. Вы, наверное, видели у тех, у кого сахарный диабет, у них очень густая кровь, потому что сахар у них, да? И у них нет кровообращения в конечностях. И у них начинают сереть конечности, чернеть конечности. И врачи говорят, что нужно ампутировать. Да? Слышали же? Вот. А наши бальзамы, они улучшают капиллярное кровообращение. Пропивая бальзамы,
улучшается кровообращение, и не нужно операции, не надо ампутировать. Картинка моя интересная. Вся аптека и два наших бальзама перевешивают эту всю аптеку, потому что они заменяют всю аптеку. Все таблетки в аптеке заменяют наши бальзамы. Тоже любимая фотография. Кто это? Вуйчич. Вуйчич. Любимая моя фотография. Наши учредители организовывают различные тренинги, и мы ходим на эти тренинги. Это обучение. Здесь не только зарабатываешь, а еще и здесь в нашей компании есть и духовный рост, саморазвитие, плюс путешествие, плюс что еще? Ну-ка. Признание. Семейный бизнес. Бизнес международного, да. Признание. Это наши дочки. Да, признание. Это наши дочки. Это Зариночка сидит. Помнишь Зарину фотографию? Ну-ка встань, пожалуйста. А, да, она красивая. Доча. Да. Рагильхана. Уже чуть-чуть осталось до серебра, буквально, наверное, на один шаг, да? Mm-hmm. И это моя дочь, Жанеля. Я хочу сказать, что в этой компании есть, да, путешествие. И за 19-й год Жанеля со мной 4 раза путешествовала. Mm-hmm. Это было в марте. В марте 19-го года полетели в Дубай. Потом в августе с Райгульханом, с две семьи мы полетели в Турцию, отдохнули. В сентябре Египет опять с компанией, со всеми серебряными директорами. И потом в марте 2020 года опять в Дубай летали. И вот Жанеля, ребенок, который учится в 11 классе, 4 раза за год слетал уже. Это благодаря компании Global Trend. Я сама за год еле-еле жил в труп. Я сама за столько времени, за один год столько не летала. Но я хотела осуществить ее мечту. Те у меня старшие дети не могли, не было такой возможности, чтобы летали со мной, да? Хоть у меня был традиционный бизнес. И вот Джон Рокфеллер, оказывается, сказал, я предпочел бы получать доход от 1% усилий 100 человек, чем от 100% своих усилий. И вот в нашей компании можно, смотрите, строя свою структуру, огромную международную компанию, сейчас команду, сейчас компания развивается уже в 9 странах, официально уже развивается. Вот вчера у нас вышел во Вьетнаме, это команда Райгульханом, Айнаш Ханом, Хатиб Мурза. Это не Райгулька Ханом пригласила, например, этого человека во Вьетнаме. А это усилия. Глубины там даже. Скольких человек? Райгульханом, сколько у вас сейчас в команде человек? 410 тысяч. Уже? Да. 410 тысяч партнеров. И она не приглашала их каждого. По маркетингу, но я уже не успела маркетинг уже рассказать. Я очень люблю маркетинг, я вообще редко о продукции рассказываю. Вон шапки, кто на продукцию. И знаете, она не пригласила столько много человек. У меня тоже в команде 25 тысяч партнеров, но я 25 тысяч не приглашала. По маркетингу пригласить всего лишь 5 человек. Но я вам скажу сразу, 10 приглашайте. Uh-huh. Если вы хотите стать глобальным директором, приглашайте сразу 10. Это была наша ошибка в начале, что мы не сразу столько, не посмотрели на глобал директора сколько. Поэтому дайте возможность всем зарабатывать. Сейчас я на данный момент приглашаю всех на бизнес. Я не хочу, чтобы у меня днем и ночью, и в 11 ночи утром просыпаешься, столько сообщений. А как вот это пить? А как так пить? Потом поможет, я уже сейчас перестала им отвечать. Я говорю, пожалуйста, я вам дам телефон Дашанова Розы Ханым, пожалуйста, к ней обратитесь, потому что не дай бог с этим человеком что-то произойдет, да, и скажет, Роза Ханым, вы сказали, мы не лечим никого. И Дашанова Роза Ханым, она как говорит? Она говорит, не все выздоравливают. Онкобольные, не все выздоравливают, даже если они будут пить и иммунолюкс, и бальзамы, и пароспринг-концентрат, но не все выздоровеют. Это уже зависит от
возраста человека. Это зависит, как он зашлакован, от степени зашлакованности. Это зависит от его возраста, сколько лет он, сколько времени болеет этой болезнью. И это зависит от его психического состояния. Угу. Есть люди, которые все, у него онкология даже первой и второй степени, но наши аппараты не выявляют первой и второй степени. Сразу уже третья, четвертая степени, первую, вторую, невидимая эта стадия, кормить наши аппараты. И она говорит, надо пить всем. Надо ухватиться за эту последнюю соломинку, за последнюю, да, надежду. Возможно, вам повезет, возможно, не повезет. Но я вам желаю, чтобы вы были в числе тех, кому повезет, чтобы вы выздоровели. Но результатов по онкологии очень и очень много. Очень и очень много. Откройте Global Trend и сердце, Global Trend, Global Trend, там, аллергия. Любое-любое заболевание вы в Ютубе увидите все результаты. По маркетингу это, что сказать по маркетингу? Маркетинг у нас денежный, он шикарный. Компания называет даже наш, мы называем наш маркетинг народным. Почему называется народным? Чтобы каждый человек, который пришел в эту компанию, смог заработать, ну, хотя бы на первое время 100 тысяч тенге в месяц. Кто хочет 100 тысяч тенге в месяц? В месяц. Хотя бы. Для начала, да. Сколько хотите в месяц заработать? Месяц. Ай, Маша, надо это говорить. Надо заявку во Вселенную отправлять. Айна, Ханшак, Джамадан, Кирпи, вот на первом баране. Сколько вы хотите в месяц заработать? Сразу берешь, что кредиты закрыть. Нет, ну сразу это не получится, я вам сразу скажу. 30, 40, 50 тысяч в неделю. В неделю. А это умножьте на 4. Даже 40 тысяч в неделю в WhatsApp, а Айна это 160 тысяч. Да. И так дальше, больше. Дайте возможность каждому человеку, кто вас окружает, друзья, подруги, знакомые, дать эту возможность зарабатывать. И как Катя Паханова сказала, сейчас надо делать акцент на бизнес. Не на продукцию. А продукцию вы успеете сказать? Продукция делает свое время. Хотя Баханов сначала сказала маркетинг, я о продукции, да? Нормально. И посмотрите, вот Монголия. В Монголии Ирина Ачирова сделала статус в Райгульханом команде, статус глобального директора. Это первый глобал директор в компании. И вы знаете, как Монголия работает? У них продукции нет. У нас вон полный склад продукции, внизу полный склад. Они работают без продукции. Получают один раз в месяц продукцию. Предоплатой. Да. Всем раздали эти там несколько коробок, 20-30 коробок. Все, опять целый месяц продукции нету. И они работают. А шакер, давай принеси 42. И у них не такая цена, как 42 тысячи. У нас уже сколько? Сексентуртмен. Смотрите, Кадуекамон Болса, у них $200 стоит бальзам. И у них под рукой их нету. Они делают акцент на бизнес. Приглашайте людей. Вы тоже так же. Тоже мы делились, я разговаривала с российскими партнерами. Я говорю, как вы так работаете? Как вы работаете, закрываете такие статусы? Они говорят, мы приглашаем на бизнес. Мила Хамичина очень строго работает со своими партнерами. На продукт не смотреть, на бизнес. Хочешь зарабатывать, хочешь на этой неделе заработать там 20-30 тысяч тенге, все, принеси там какую-то сумму, 5-8 тысяч рублей, принеси. Хочешь кому помочь, давай, пригласи их. Они тоже пусть принесут деньги. На бизнес надо работать. Мы потому что не компания, которая лечит. Мы компания, которая осуществляет миссию. Да. Поэтому говорить много можно. Таланты, которыми я могу служить людям.